конференц-зале Луганского государственного университета имени Владимира Даля 23 ноября прошло открытие 4-го международного научного форума «Человек в мире образования». На мероприятии присутствовали министр образования и науки Луганской Народной Республики Лустенко Андрей Юрьевич, первый проректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Гудько Юрий Иванович, заведующая кафедрой индустриально-педагогической подготовки Дарьевского университета Фунтикова Надежда Валентиновна. В конференции также приняли участие ученые, педагоги-практики, научные исследователи, преподаватели и студенты из Луганской Народной Республики, Российской Федерации, Ирака и Сирии. Заведующая кафедрой индустриально-педагогической подготовки Дарьевского университета Фунтикова Надежда Валентиновна поприветствовала участников форума. Друзья, уважаемые участники нашего международного научного форума, прежде всего хочу выразить вам нашу глубочайшую сердечную признательность за то, что в суете будней повседневности вы смогли найти возможность и желание принять участие в нашем форуме. Я вам желаю, чтобы каждый из вас из нашей работы вынес для себя что-то новое, что-то полезное, сделал хотя бы маленькое, но открытие. И я надеюсь, что работа нашего форума будет успешной. Далее приветственное слово сказал первый проректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Гудько Юрий Иванович, который и открыл международный форум. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, руководство наше, наши сотрудники, рады вас приветствовать на таком знаменательном событии, как 4-й международный научный форум, такое красивое название, серьезное, «Человек в мире образования». Мы рады приветствовать наших гостей. Я хотел бы сказать, что такое наша организация. Организация – это мощный научный, я бы сказал, кулак. У нас около 450 кандидатов наук, более 65 докторов наук. У нас десятки научных школ. У нас есть современные, я не побоюсь сказать, современные научно-технические лаборатории, научно-исследовательские лаборатории. У нас публикуются научные сборники, у нас работают 4 диссертационных совета, еще один диссертационный совет на фазе открытия. Объявляю форум открытый. Также Юрий Иванович наградил двух преподавателей кафедры психологии и конфликтологии в связи с прошедшим днем психолога. Министр образования и науки Луганской Народной Республики Лустенко Андрей Юрьевич поделился важностью проведения мероприятия в годовщину дня рождения нашего земляка Владимира Ивановича Даля. Очень приятно и очень знаменательно то, что наша сегодняшняя встреча находится, ну, по сути говоря, на стыке дня рождения Владимира Ивановича Даля. Одной из центральных фигур, ну, по сути говоря, самой центральной фигурой, которая родилась в Луганске, и которая действительно своим значением историческим действительно показала о том, что не место красит человека, а человек красит место. Потому что Луганск в это время был, ну, достаточно провинциальным городом. И в этом плане то, что здесь, в достаточно провинциальной семье служащих, врачей, родился тот человек, которому предстояло украсить русский язык во многих качествах, в литературном, в педагогическом. Это значимо и это говорит очень о многом. В своем видеоприветствии к участникам обратился декан факультета математики и информационных технологий Донецкого национального университета Моисеенко Игорь Алексеевич. Сердечно приветствуем организаторов, участников и гостей 4-го международного научного форума «Человек в мире образования». В современном мире, в условиях глобального разбалансирования системы цивилизационных ценностей, возрастает интерес к поиску новых образовательных технологий. Безусловно, организация проведения форума дает возможность внести особый вклад в развитие научных инноваций и технологической модернизации образовательных систем, способствует распространению передового опыта проектирования новых технологий подготовки квалифицированных научно-педагогических кадров. В рамках открытия форума прошел круглый стол «Профессиональное образование в динамике современного мира. Смысловые доминанты, ценности, проблемы и перспективы». Также презентация учебной дисциплины «Далеведение», презентация научно-исследовательских проектов учащихся лицеев и школ, посвященных жизни и творчеству Владимира Даля. Одним из выступающих стал заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Дарьевского университета Яковенко Андрей Вячеславович, который раскрыл тему гуманизации высшего образования в реалиях цифрового общества.
Здорово. Мало того, вы знаете, что всегда выступал и выступаю, и хорошо, что наши высшие руководители акцентировали внимание на молодежи. Это уже не пространство образовательное, это пространство жизни. И мы часть этого пространства. И вопрос, как мы войдем в это пространство, вернее, как мы в нем пребываем. Мы в него уже вошли, вращаемся, встаем, спим, живем и так далее, и так далее. Теперь возникает вопрос, как правильно сказал Нежна Валентиновна, не потерять человека. И поэтому то, о чем говорят наши прекрасные специалисты в области цифровизации, все очень здорово. Вопрос в том, и он не только стоит, он уже кричит, я не знаю, здесь вопрос даже уже какой-то запредельной строгости, актуальности. Он связан именно с тем, что во всех этих онлайн-курсах, во всех этих платформах, как не утратить вот эту самую гуманистическую основу. Итогом этого мероприятия стала презентация новой учебной дисциплины «Далеведение».